К нам присоединяются наши коллеги, которые с момента трагедии работают в Жамбылской области. Наша съемочная группа сейчас находится возле здания пожарной части города, куда с утра приходят люди, чтобы почтить память погибших. С нами на прямой связи Ануар Мангельдинов. Ануар, здравствуй. Тебе слово. Здравствуй, Дина. Сейчас мы находимся в пожарной части города Тараз. Здесь проходит церемония возложения цветов. Также такие же траурные мероприятия проходят и в селах, близлежащих к эпицентру взрыва, который унес жизни 13 человек. Я вот соболезную. Вот они пошли на героический подвиг. Ну что делать? Еще раз сожалею, что такие молодые ребята. Я с того дня не могу прийти в себя. Я всех этих ребят, можно сказать, знаю на лицо, потому что я здесь уже проживаю более 40 лет. Нам очень горестно, конечно, но остались дети, родители. Родители без ребенка, дети остались без отца. Еще раз я сочувствую и приношу свое соболезнование. Тушение пожара длилось несколько дней, оставались тлеющие участки, но теперь все угрозы ликвидированы, как сообщили нам в ДЧС. Действительно, в данный момент все очаги пожара, вернее, горения, да, вот так вот, они ликвидированы. Есть два очага тления. Вот, и в этом направлении работы ведутся. Они особо угрозы не представляют. Возможно, вот где-то под землей, может быть, какие-то снаряды, там что-то осталось, и поэтому очень осторожно работы проводятся. После того, как угроза миновала, сельчане начали возвращаться в свои дома. Жизнь в населенных пунктах возвращается в привычное русло. Об этом более подробно я расскажу чуть позже. Студия, вам слово. Спасибо, Ануар. Ануар Мангельдинов о памятных мероприятиях в Таразе в день общенационального траура.